Всем привет! Сегодня на обзоре, на продаже у нас BMW F10, двухлитровый дизель, задний привод на гидротрансформаторе автомате, коробке ZF немецкой. Хороший автомобиль, 188 родного пробега, на хорошей зимней резине. Есть летняя резина. Автомобиль в таком небольшом, как бы, можно сказать, эмочном, да, обвесе. Комплектация неплохая, люк. Есть проекция на лобовое. В целом автомобиль очень хороший. Есть у нас куча шотов по нему снято. Я на нем наездился. Мне автомобиль этот очень зашел. Это F10, легендарный автомобиль. По подкрасам крашена одна сторона, остальное все в родной краске. То есть, в целом, очень-очень неплохой автомобиль. Сейчас вам покажу салон. Все сохранилось очень-очень-очень хорошо. Карты дверей, ручки, вставки, сидушки, подлокотник, на минуточку, эмочный руль. По рулю есть небольшая вот такая притертость, как бы, да, ездили так вот, вот так, как говорится. Так, есть кнопка стоп-старт. Дальше у нас стандартная штатная магнитола, камера заднего вида, спереди только парктроники. На сидушках боковых есть вот такая вот функция, задний человек может двигать переднего. Вот в таком ключе. Вот он у нас люк полноценный, задний. Крепления все тоже очень-очень хорошие, все, машина сбитая, я называю монолитная, это очень важно. В хорошем состоянии вот полностью все, задние сиденья, диваны, все в хорошем состоянии. Вот сзади, вот вид сзади, вот так вот на передочек. Так, тут у нас получается выведен климат, но без регулировки. Подогрева пассажиров задних также нет. В хорошем состоянии все тут, багажничек, аккумулятор. Все вычищено тут, ничего, как говорится, не носили, не возили. Все двумя пальчиками подключается. Вот так вот. Так, давайте перейдем к салону. Переходим мы к салону. Точнее, не к салону, а запрыгиваем в салон. Закрываем дверцу. Заводим автомобиль. Вот так вот. Поговорили с корейцами. В принципе, ну, им большое уважение за такие автомобили. Так, есть у нас вот эта штука, вы поняли, да? Стоп-старт на светофорах, типа, экономит топливо, ну, там, кому надо, кому не надо. Сидушки классные, регулируются, понятно, да, BMW-шные, вверх-вниз на скоках и при скоках. Вот такой вот вид отсюда. 189 пробега, я уже, по сути, 1000 километров на ней пробежал. Мы ее обслужили, есть чеки, проверили мотор, проверили ошибки на BMW сервисе, поменяли ходовку. В общем, очень все круто. Так, что у нас еще из прикольного? Из прикольного у нас спорт режим, допустим. Вот так он переключается. Комфорт, эко. В эко даже не ездил, признаю честно. В комфорте ездил, меняется приборная панель. И в спорте. В спорте смотрится вообще очень круто, очень жирно. Так, мы сегодня на вот такой вот нашей локации номер 2, как говорится. Здесь сильно так не посверлишь. Ну, я уже сверлил, и вы можете посмотреть это по шотам. Просто покажу вам, как бы, визуал. Автомобиль очень мне зашел, очень собран. Если вы помните, наш человечек брал F10, трехлитровый бензин. Там комплектация чуть побогаче, но
Бензин и дизель — это совершенно две разные машины. То есть, если вы понимаете, что такое немецкий автопром, то, конечно, дизеля решают. Дизеля решают, и в этом нас никто не переубедит. Поэтому он скоро будет выставлять свой автомобиль, скорее всего, в ближайшую неделю на продажу. И мы будем его продавать и заниматься уже приобретением ему дизельного аппарата, тоже F10. Вот так. Шикарно смотрится и приборка, и руль. Скажем так, очень-очень круто. Так. Вот так вот у нас указана задняя камера. Камера хорошая, спереди камеры нет. Спереди у нас парктроники. Проекция работает. Кстати, проекция как работает, мне больше нравится. Так, не пристегнут. Не пристегнут, пристегнусь. Автомобиль собран, монолитен, очень приятен, очень комфортен, богат. И как бы для этого пробега и года, ну, состояние просто, просто суперское. Мы очень довольны, как говорится, этим пулом, этими автомобилями. Вот так. Так, больше в основном я вам, в принципе, показывать больше ничего не буду. Все остальное мы покажем уже в обзоре сравнения. Я думаю, в целом для продажи этого достаточно. Так, на этой прекрасной ноте я заканчиваю обзор. Двигаемся дальше.